Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олуха. Так, четвертый день, забираем с тобой древесину. И будем сегодня допроходить события. Так, посмотрим для начала. Так, древесина. И я хотел бы, ребят, прокачать его, но ресурсов, как ты видишь, ресурсов нифига нет. Так, этого мы отправляем. Тебе, парень, тоже мы отправляем. Кстати, костолома тоже надо прокачивать. 1500 железа, в принципе, есть смысл. 1500 железа. Ты прекрасно знаешь, что железа мне нужно очень много для мельницы. Там нужно сколько там? 5000. Нет, наверное, все-таки будем с тобой мельницу улучшать. Нафиг. Подожди, а мельница нам... Погоди секундочку. Для чего мы с тобой улучшаем мельницу? Для того, чтобы прокачать кузню? А нужно ли нам это? Если так подумать. Че, нам кузня прям так офигенно горит? Я сейчас проверю, ребят. Если мы только ради кузни. Потому что, чтобы прокачать нам основное наше здание, нам нужны... Нам нужны... Что там нам нужно-то? Нам нужны драконы, ребят. Да ты двинь ты камеру, господи. Нам нужны драконы. Так, 450, блин. Вот никогда бы не подумал, что буду скучать по древесине. Просто, ребят, элементарно скучать по древесине, блин. Когда ее дофига, она мне нафиг не нужна. Когда ее нету, она мне... Ой, как требуется. Почему-то здесь всегда так сделано. Так, ну что, смертушка? Спасибо. Огромное, давай, лети. Так, ну ты мне что там принес? Какое яйцо? Наверное, ну, поставь. Вот у него, ребят, стандарт. Он стандартное выдает, вот то, что мы сейчас с тобой получаем. Я даже почему-то уже не удивляюсь. И здесь он даст нам коричневое яйцо. Так, 72. Ага. Так, мелкожопой прокачался. Лоба. Его звать Лоба. А Лоба. Пум-пум-пум-пум. Блин, тут еще... Тут еще даже не доделалось, ты прикинь? Даже не доделалось. Так, Буйволорд. Давай-ка ты, наверное, пойдешь у меня за рыбой. Не, ну серьезно, блин. Когда этот слив нужен древесины, фиг ты где чего найдешь. А тут на тебе. Древесины нету. Все нужно. Парадокс какой-то прям. Я не знаю, как это еще назвать. Так, ладно, давай мы с тобой откроем пак. Шторморез, костолом, пристеглов, звездрык. Звездрык. Так, также у нас есть бесплатный пак, насколько ты помнишь. Монетки один, это понятно. Шторморез, пристеглов, водорез. Ну и капелька всевозможных ресурсов. Всяких всевозможных капелька ресурсов. Так, ты-то что у меня? Давай, шуруй. Так, эти-то у меня все. Эти все уже отработали свое. Опять бледные поганки. Он их обожает просто. То поганки, то яйцо какое-нибудь притащит. То еще что-нибудь. Ну а ты что? Понятно. Давай вперед из песни. 346 тысяч. Сколько нам рыбы-то должен принести этот кипятильник? Твою налево. Мы можем, в принципе, посмотреть по заданию. Так, слушай, совсем немножко осталось, друзья мои. Вот буквально в следующий раз он приносит, и мы с тобой получаем 20 рун. Страхокола в смертельном болоте. Но мы это задание с тобой не можем сдать, потому что страхокол ищется на определенном уровне. Мы еще с тобой этого уровня не достигли. Так что пока нам даже и мечтать об этом не стоит. Кривозуб, клыкокрив, блин, каких только тут драконов нету. С какими только названиями, ребят. Так вот, смотри внимательно.
150 викингов, да, мы с тобой получим. Это... Ну и зачем нам викинги? Ну, будет у нас 6750. И что нам это даст? Я просто, ребят, хочу разобраться, что... Для чего мы с тобой это копим? Ну, будут у нас викинги. Там 600 чем-то. Я что-то... 6600... Ну, я смогу вот это вот. Остров Берсерков. Открыть. И все. Ну, остров Берсерков, плюс у нас открывается новый герой. Странно, ладно, хорошо. Блин. Просто только ради этого, ну как-то, как-то накладно получается, друзья. Очень накладно. Мы столько железа втюхиваем. Я бы мог уже там динозавров, драконов своих прокачать, как не знаю кого. А вместо этого мы с тобой... Ты понял, чем занимаемся. Тык-тык-тык, и не хватает 93 миллиона рыбы. Ладно, ребятушки, идем на событие. Нам нужно его завершить. Как говорится, пока не поздно. Но, блин, ради радуги мы с тобой идем. Какой-то вшивой радуги, ребята. Она нам нафиг не нужна. Я такую радугу уже, ну, я вам показывал в предыдущем видосе, что она у нас есть. Она, по-моему, даже лежит на складе. Кроме радуги, мы здесь с тобой ничего не получим. Это я тебе... Блин, слушай, подожди, тут... Ох, какая команда-то у них здесь. Слушай, ребята, мощная команда. Я кроме шота говорю, команда мощнявая. Так, раз, два, они сейчас тут. Ой, Барсик, бедолашка. И это. И как? И как я тут теперь должен, извините меня, друзья мои. Ну хорошо, давай сделаем таким вот образом. Пока. Иди ты в баню, он еще и усилился, ребятушки. Он усилил всю команду. Под усилением бомбанет. Ой, боюсь, ребята, очень сильно бомбанет под усилением он. Давай так, наверное, сделаем. Раз, два. Тут мы его добиваем. А этот сейчас фаербол мочканет. Лечимся и... Давай, наверное, вот так вот добьем, чтобы нам энергии побольше осталось для второй волны. На второй волне у нас... Здоровски. Блин. Дагур. Кривит. Вот этот мощный, ребята. Я могу, знаешь, что, наверное, сделать? Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим кое-что. Сейчас я кое-что гляну. Такс. Давай сделаем таким вот образом. Хлоп. Добей, пожалуйста, есть. Шикарно. Блин, ну я бы ни за что не подумал. Ради радуги столько трат делать, а? Он еще под усилением. Мы ведь его добьем. Друзья, у меня игра вылетела прямо посреди боя. Прикинь. Подстава. Да, я хочу продолжить. Я хочу продолжить, блин. Офигеть, это мы сейчас с этих начинаем, да? Ну поехали тогда, сделаем так. Я, кстати, посмотрел, ресурсы они мне возобновили или нет? Что-то вы как-то тут лихо начали. Почему не поменялись местами у меня в конце концов? Подожди, а где мои эти-то? Зашибись, ребята, у меня даже нету выбора. Что происходит? Где выбор у меня лечилок и тому подобное? Эй! Зашибись, я тебе скажу.
Ну и все, и край, кранты. Еще и массовая атака. Ребята, я не вижу, блин, где у меня здесь вот выбор, лечилка, хирилка, блин. Где это все, скоты, блин, что вы делаете, блин, а? Ну как тут, ребята, не злиться? Мало того, что игра вылетела, так они меня запустили, еще ничего нету, блин. Здоровски, я тебе скажу. Не подлечиться, не использовать заклинания, ничего нельзя. Ну-ка. Появилась, блин. Спасибо, блин, большое нафиг. Блин, трындец просто. Просто мы... Просто такое ощущение, что слили бой. Вот дали специально слить бой. Да, я в шоке. Ну и что вот нам? Как тут вот теперь... Как тут вот... Вот как вот выкручиваться, блин? Из этой ситуевины. Хорошо, я здесь хильнусь. Так уж и быть. Опять же, ребята. Лишние, блин, траты. Лишние траты энергии. Ради какой-то... Сейчас добьет, да? Слушай, ну не в барсика начал бомбить. Хотя бы на этом спасибо. Так, здесь добьем. Ну, фаербол никто не отменял от него. Верно же? Поэтому давай подлечим барсика полностью. Фаербол, естественно. И сюда мы с тобой пришли уже покоцанные изрядно. Давай, наверное, с этого тогда уж будем начинать. Продолжать, точнее. Раз, два, три. Сейчас они втроем сходят. Барсика мне, скорее всего, уничтожат. Вот этот вот халабуда. Так, он сделал... Он, друзья мои, сделал усиление защиты. Усиление защиты он сделал. Слушай, а может быть оно и хорошо. Пускай они там усиленные будут, фиг с ним. Но зато живы. Барсик у нас жив. Здесь-то мы вот так сделаем. И все, этот остался один. А раз он остался один, значит ему кранты, ребят, в любом случае. Потому что... Нет. Здесь мы сделаем того и следующим образом. Нет, подожди секунду. Просто укусим и вешаем на него слепоту. Вот так вот. Вот тактика, как говорится, стопроцентная. Сделаем так. Сделаем так и пробиваем его. Вот и все. Давай-ка посмотрим, что нам здесь достанется. Слушай, ну рыба — это хорошо. Тем более 187 миллионов — это прилично. Ну что, ребята, у нас босс. Босс конкретный. Последний раунд с Басяцким. Так. Уже, блин, командочка. Живастик здесь. Они сейчас вдвоем сходят. Пожуют. Роза тут. Сделаем так. А потом они вообще втроем все пойдут, да? Тогда вот так сделать надо. У них еще энергия сейчас полный рот будет, прикинь. Эх, сейчас это массово сделает. Нам повезло, ребят. Вот что-что, а тут нам повезло. Хотя, подожди, посмотрим. Рад вот. Ага, защиту сделал. Это хорошо, ребята, он делает защиту. Это просто великолепно. Он сыграл, так сказать, нам на руку. Вторая волна. Ну, тут, наверное, очевидно, этого надо бомбить. Плюс хил. Плюс укус.
Я вам плевком одним об... Да хорош. Сейчас плевок электрический, да? Электрический плевок. Плюс усиленная атака. Здесь опять нам придется потратиться. Понятно, ребята, у него усиленный усиление стоит. А этот-то... Что такой мощный-то? Гад. Просто, ребята, гад. Я добью его нафиг. А здесь придется нам сделать вот так вот, чтобы просто хотя бы выживать как, каким-то образом. Не знаю, ребята, у него здоровье отнимается по микронам. Просто по микронам. Чё бы тебя побрал, а? Да, столько груш потратить. Надеюсь, сейчас добьем его, блин. Все, все, друзья мои. С горем пополам. Крутим и забираем древесину, да? Окей. Так, дерево забрали. И забрали радугу. Ну, не стоило, не стоило, ребята. Это радуга мучений наших, если честно. Как по мне вообще. Изваяние это. Нет, в сокровищницу отправляем. В сокровищницу никак нельзя ее отправить. Ладно. Так. Оп. Оп. Отлично. Полетел, друзья мои. До 124 уровня нам надо его прокачивать. Это изваяние пускай у нас на почте лежит. Оно каши не просит. Так, ну что, здесь вроде бы все. У нас, друзья, есть одна идейка. У нас нету паков. Я предлагаю, наверное, все-таки пойти на арену и набить. Заодно откроем с тобой пак вождя. Я думаю, что это справедливо. Делать серию ради одного поединка на событии — это полная лажа. А здесь, здесь мы с тобой хоть что-то еще и заработаем. Ну, по крайней мере, паки так точно заработаем. Ну, еще и с пак вождя, может быть, вдруг что-нибудь... Вы заколебали, блин, друг за другом-то ходить. На. На тебе. Барсик, убивай его. Конечно же, конечно. Ну куда он может, ребят, пойти? Конечно же, будет атаковать того, кто слабее его, а? Да я что тут, не могу подхиляться, что ли, даже? Я... В ПВП боях не могу хиляться, оказывается. Я не думал. Вопрос. На засыпку. А справимся ли мы? Справимся. Если есть слепота, ребята, то уже справимся. Единственное, что энергия Х2. Но на ничью мы не согласимся, ребят. Верно же? Усилился гаденыш. Давай еще в слепоту его воткнем. Пускай он промахивается, а мы будем его бомбить. Вот и все. У нас очередной поединок. И здесь вот этого надо как-то в первую очередь уничтожать. Знаем этого мусорщика. Фаербол полетит, да? Ну, конечно же. Офигеть, он здоровье нам оставил. Тут вопрос уже, ребята, конкретный. Выиграем мы или проиграем? Барсика мы теряем однозначно. Барсика мы теряем однозначно. Ну, а этот пройдоха... Сейчас посмотрим, опять фаербол полетит, конечно же, от него. Он же без фаерболов жить не может, друзья.
Ну, тогда ему крышка. Все, его уже здесь ничего не спасет. Даже если он фаербол запустит, ребят, кто-нибудь да выживет у нас. Выжили все, до свидания. И последний поединок. Надеюсь, если мы его выиграем, то это будет последний. Так, тройной удар. Громобой. Я, наверное, вот так вот все-таки начну. Не знаю зачем. Блин, три энергии. То есть он меня опередит по уничтожению драконов, да, получается? Хотя нет. Но вот этот-то у нас. А если он не будет тратить? А вдруг будет? Я не знаю, ребят. Попробуем так сделать, короче. Ультунга, конечно... Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас двоих. Но он оставит мало здоровья. Это, я тебе скажу, даже не то, что мало. Это ни о чем. Мы теряем с тобой еще одного дракона. Хинуться я не могу, блин. Подожди, а почему у меня... Сопляжуй, вот что он сделал. Он запретил, ребята, мне хил. Йо, все, это хана. Это хана, ребят. Пипец, неожиданно. Ну ты понял, да, что там хитро, конечно, сделал. Запечатал хил, он у меня должен был быть на следующем ходу. И все, и мы с тобой просто встряли. А здесь, конечно, тоже командочка, будь здоров, блин. Пипец. Сарделька плюс этот фаербольщик, блин. Молодцы. Подобрали, блин. Ё-моё. Плохо, что этого бомбят, блин. Ауч. Да ладно, неужели опять сфейлились? Судя по всему, ребята, сфейлились мы здесь. Сарделька добьет Барсика. Нет, не добила. Так, у нас там кто ходит? Вот этот, да? Сделаем тогда вот так вот. И вот так. Фаербол, давай фаербол. Не так, конечно, много здоровья, как хотелось бы, он его снес. А сейчас будет ходить сарделька, да? А этот фаерболом добивает всех. А, у него слепота висела еще. Ёк, макарек. Слушай, да круто получилось на самом деле-то. Ну что, ребята, мы с вами получили опять два обычных пака. И вот он, пак вождя. Шторморез, Пристеголов, Древоруб, Водорез, Громовой защитник и Кривоклык. Вот такая у нас сегодня получилась игра. Так, в наградах что у нас там? Бабочки. Бабочки в животе, да? Окей. Забрали мы с тобой бабочки. Так, древесина есть. Древесина есть. Мы хотели что-то с тобой сделать. Сколько ты требуешь? 450. Есть смысл, ребят. Древоруб, лети. Лети за древесиной нам. Блин, тут еще дофига времени, конечно. Нужно на расчистку этого островка. А ты что у меня? Тебе надо... Понятно, древесины у нас пока нет. Отправляем его, друзья, на поиски. Ну что? Что я хочу сказать? Что, в принципе, на сегодня можно и закругляться. Прошли задания ради радуги. Очень большие траты, конечно, были, которые, по моему мнению, ребята, они того не стоили. Ну, если только ради принципа. Так, а где цветочки-то? Мы с тобой ни одной цветочки не видели. Вот цветочек. Вот. Так что мы будем, друзья мои, закругляться. А как, интересно, на этот остров попасть? Непонятно. Злобный смутьян. В общем, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.